По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория при храме Рождества Христова начался новый учебный год на церковно-певческих курсах, организованных отделом религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии. Первый день работы курсов состоялось вступительное прослушивание, на которое собрались пожелавшие пройти обучение слушатели из разных уголков Кубанской митрополии. Объявление, что по благословению нашего дорогого митрополита владыки Екатеринодарского и Кубанского Григория ведется набор на курсы, церковно-певческие курсы при храме Рождества Христова. И, естественно, как бы у меня сначала какие-то такие сомнения, а смогу ли я? А потом как бы я позвонила, разузнала все и решила, как бы пока не попробую, я не узнаю. Программа курсов включает основы церковного пения и сольфеджио, основы хорового пения, изучение устава церковных богослужений и его применения. В этом году программа дополнена предметом по основам православного вероучения. По благословению митрополита Григория в этом году у нас будут преподаваться еще и предметы, кроме устава, еще и катехизис. Потому что нельзя петь, нельзя читать, не понимая, допустим, церковно-славянского языка. Вам придется на что-то догонять, вам придется что-то наверстывать. Но самое главное, вы должны любить Бога, любить церковь, полюбить литургию, чтобы славить Христа воскресшего за богослужением, с пониманием, радостью и душевной чистотой. Учиться церковному пению пришли слушатели и с музыкальным образованием, и без него, с опытом клиросного пения, и те, кто только желают петь в храме и тем самым послужить Богу. Моя мечта, можно сказать, сбылась. Всегда хотела петь. На клиросе петь не мечтала, но хоть как-то приблизиться к этому мне очень хотелось. Какое мое желание — научиться последованию в большей степени богослужений, а утвердиться в знании гласов. Впереди целый учебный год. Пожелаем слушателям церковно-певческих курсов приобрести необходимые знания и навыки хорового пения, понять красоту богослужения и полюбить его. Христос посреди нас. И есть, и будет. Желающие учиться церковному пению могут записаться, позвонив по указанному телефону или направить заявку на электронную почту отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии.